комиссия по надрону приняла решение о смещении запретного периода вправо на 4 дня. Ну, это очередной пример оперативного управления промыслом, когда мы, отталкиваясь от оперативной обстановки, принимаем корректирующие решения по отношению к ранее принятым мерам регулирования промысла. Вот у нас стратегия была предусмотрена на этот период, он традиционный, причем для этого времени. Связан он с тем, что необходимо пропустить позднюю форму нерпки, соответственно, и киты для заполнения рестилища реки Камчатки. Вот. Но в этом году, учитывая то, что в этом районе мы фиксируем достаточно высокие многочисленные подходы горбуши, и сейчас еще продолжался и продолжается достаточно интенсивный промысел, комиссия приняла решение о том, чтобы для освоения этого вида соответствующее время промысловое у компании рыбодобывающей в этом районе было, и, соответственно, этот период был перенесен.